Однажды в студеную зимнюю пору почти ничего не случилось со мной. Затеял лесной хулиган со мной ссору. И друг его тоже хотел на покой. Но главное тут совсем не это, а то, на что вы, может быть, не обратили внимания. С вами Дед Пердед. Сейчас мы обратим внимание на одну деталь. Стрела, попавшая в животное, на самом деле может по нему прилично погулять. Вот смотрите, стрела сейчас вылетела. Куда она воткнется? Ну, где-то за правое ухо волка. Бам! Кровушка брызнула, значит, она уже воткнулась. Да, где-то за правое ухо. Но тут раз, и она четко по центру его тушки. В спине. Но еще доля секунды, и оп! Оказывается, нет. Она вошла ему под левый глаз. Опять нет. Вошла немного сбоку в пасть. Прошла сквозь голову, и кончик ее торчит из затылка. По логике, она там и должна остаться, ведь кости черепа все-таки твердые, она не должна гулять. Но даже пока я выбираю оружие, стрела совершает путешествие через левую ноздрю волка к его переносице, а пока я дерусь, кстати, смотрите, какая прозрачная дырочка у волка в носу, или это третий глаз. Стрела тем временем перемещается на лоб, за затылок и на левый бок волчары. То есть стрелы те еще путешественницы. Бета-туры по альфа-волку. Вылет из правого уха с заходом в левый глаз, далее над живописной левой ноздрёй прямо до переносицы и уже рукой подать до гостеприимной для Поко де Вольчара. Бета-туры, доверься мгновению, дай подышать оперению. Бронируйте прямо сейчас.